Совсем скоро на телеканале ТВ3 состоится премьера сериала под названием «Ронин». По сюжету, Иван Доронин – один из лучших бойцов спецназа СОБР. Во время операции по освобождению заложников мужчина получает серьезное ранение, из-за которого его отправляют в отпуск. В это же время Ивану сообщают о смерти бывшей жены, с которой он почти не общался. Лишь исправно платил алименты за сына Мишу. Доронин едет в родную деревню Медвежий, чтобы забрать ребенка, но на месте узнает, что у его супруги есть еще один сын от другого мужчины, и живут оба мальчика вместе с отчимом Доронина. Иван остается в Медвежьем для оформления опекунства над Мишей. Параллельно герою приходится подменять внезапно заболевшего отчим на работе в качестве почтальона, развозя по окрестностям корреспонденцию. Иван то и дело попадает в сложные ситуации, где навыки спецназовца оказываются как нельзя кстати. Так Доронину предстоит позаботиться о спокойствии жителей деревни, стать настоящим отцом не только своему собственному, но и чужому ребенку, а также вступить в неравный бой с крупным чиновником за любовь местной красавицы. Главные роли в картине исполнили Дмитрий Паламарчук, Любовь Баханкова, Александр Диаконов, Анна Домникова, Денис Зыков, Артемий Черкашин, Дарья Любивая и другие. Премьера сериала «Ронин» состоится уже в этом году. Точно дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.